Антимайдан YouTube. Добрый день, харьковчане. Сегодня суббота, 13 сентября. Заслуженный и долгожданный день, который можно провести с семьей. Поверьте, я знаю, что такое настоящее счастье, что такое настоящая любовь. Мое счастье – это моя семья. Мой сынишка, моя жена. Мы ждем пополнения еще вот в следующем году. Будет у меня еще дочка. Есть у меня и старшая дочь, 20 лет ей, Александра. Есть дочь Полина, которая 8 лет. Мне 4 детей, и я знаю, что такое отцовская любовь и что такое мир и покой в семье. И поверьте, я первый, кто больше всего не хочу, чтобы в моем городе была война, чтобы бомбили дома, чтобы расстреливали мирное население. Но еще больше я не хочу, чтобы мои дети воспитывались под неонацистскими лозунгами «Кто нас скачет, той москаль», «Москаляки на геляку», чтобы они воспитывались в духе ненависти к русскому духу и к русскому миру. Мы харьковчане, мы русские. Наша семья ни при каких обстоятельствах не уедет из Харькова. И если на то будет воля Божья, мы примем бой с укрофашистами. Я не допущу, чтобы поколение моих детей прервало ту цепочку памяти, ту цепочку традиций и ту цепочку истории, которая передавалась нам из поколения в поколение нашими дедами, прадедами. Мы харьковчане, мы семья Новиковых, мы остаемся самими собой. Свидимся.